как обезопасить себя и своих близких дома, а также не допустить трагедии на предприятиях. В Луневском спасатели МЧС провели встречу с жителями и представителями организации, на которой обсудили меры пожарной безопасности. Сотрудники МЧС, сотрудники пожарной службы приехали, чтобы на месте рассказать нашим жителям методы, которые спасают жизни при возникновении пожара. Как отметил главный инспектор по пожарному надзору в Химках, среди основных причин возгорания – неосторожное обращение с огнем, неисправное электрооборудование, неправильная эксплуатация печного отопления. К печальным последствиям чаще всего приводит позднее сообщение в МЧС о чрезвычайной ситуации. Поэтому спасатели напомнили о жизненно важных ежедневных действиях. Не оставляйте детей без присмотра. В обязательном порядке проводите проверки отопительных приборов, печного, газового и электрооборудования. Кроме того, не допускайте детской шалости с огнем. Прячьте спички, зажигалки, легковоспламеняющие жидкости, вещества и материалы. В случае ЧП, напоминают спасатели, в первую очередь необходимо эвакуировать людей и параллельно сообщить о возгорании по номеру 112. По мере возможности до приезда помощи стоит использовать технические средства пожаротушения, например, огнетушитель. Кроме этого, спасатели рекомендуют устанавливать автономные дымовые извещатели в помещениях. Одним из таких в рамках профилактической акции спасатели оборудовали квартиру в многодетной семье. У вас, да, проинформировали, установили вам датчики. Теперь ваша задача просто соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять детей без присмотра. Если что, служба спасения 112. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.